хотелось защитить свой родной дом от этой стихии ужасной. Поэтому принял решение пойти работать пожарным. Начинала службу в Волгограде, потом переехала в Одинцово. Конечно, по любви. Теперь родной дом Максима Гаврилова здесь, и он по-прежнему защищает его от пожаров. Я занимаюсь именно тушением пожаров. Руководитель тушения пожара, то есть на уровне, скажем так, местном. Вот. Есть личный состав, который занимается тушением пожара. То есть руковожу звеном газо-дымозащитной службы на момент тушения пожара. Спасение людей. В актовом зале пожарной части непривычно оживленно. Повод – праздничный. День пожарной охраны. 8 одинцовских огнеборцев получили заслуженные награды за отличие в службе 2-й и 3-й степени. Но на этом завершилась официальная часть, а не подарки. Воспитанники театральной студии «Один» приготовили для огнеборцев спектакль. Выбор пал на «Кошкин дом». Мы решили, что так как там идет тема огня, то это будет актуально. И идет тема спасения бобрами пожарными кошки из огня. Мне кажется, что это подходящий спектакль, и он учит детей и осторожному обращению с огнем, и первой помощи на пожаре. Эй, пожарная бригада, поторапливаться надо, поскорее без проволочки, наливайте воду в бочки. Пьеса «Кошкин дом» не новая, но по-прежнему актуальная. Неосторожное обращение с огнем и сейчас нередко становится причиной пожара. Огнеборцы напоминают, если соблюдать правила пожарной безопасности, трагедии можно избежать. И в любом случае советуют не паниковать, а незамедлительно звать их на помощь. Первая ошибка любого человека в чрезвычайной ситуации – это, конечно же, паника. Вот. Всегда нужно оставаться рассудительным, вот, и следить за обстановкой, которая происходит вокруг тебя. И, естественно, когда прибывают на место пожарные спасатели, слушать то, что они говорят, и, соответственно, выполнять их требования. Но в праздничный день можно не думать о работе, конечно, только тем, кто не дежурит. Кроме спектакля, юные актеры приготовили для огнеборцев свои пожелания. Я желаю пожарным отваги и храбрости. Я желаю, чтобы пожарные никогда не болели и чтобы с ними было все хорошо. Каждый день пожарные спасают многие жизни людям. И я хотела бы, пожелать, чтобы они всегда были сильные и никогда ничего не боялись. Я хотела бы пожелать, чтобы они поскорее тушили пожары и еще чтобы они заливали всю водой тщательно. Чтобы не каждый день были пожары, чтобы больше людей оставались живы. Я желаю, чтобы пожарные всегда нас защищали от огня и всегда у них было все хорошо. А нам остается лишь добавить и, конечно, сухих рукавов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».